Добрый день. Сегодня мы в Пушкинском районе на объекте у нашего клиента-строителя МКС. Встречает нас директор Малько Илья Борисович. Добрый день, Николай. Илья Борисович, расскажите, пожалуйста, немножко об объекте, об его истории. Объект мне пришел из компании «Уникма». Заказчик хочет реконструировать полностью дом, переделать фасад. И он прекрасно понимает, что надо начинать с крыши. С крышей тоже были проблемы, которые заключаются в следующем. Было холодно, были протечки. Замеров не получилось произвести. На крыше лежал снег. Забраться туда, в общем-то, было достаточно проблематично. Был предварительный расчет площади и самой конфигурации крыши. И с заказчиком была договоренность, что расчет будет по фактически выполненным объемам, размерам. Ну, собственно, что у нас так и получилось. И, кстати сказать, ошибка получилась там у нас меньше 10%. То, что я рассчитывал предварительно, и то, что получилось по факту. Подборки материалов. Вы как-то участвовали или клиент сам выбирал? В подборке, да, я участвовал. Ну, заказчик определился, что это будет металлочерепица. Будет М28, Grand Line, он решал сам. Слава богу, вот недавно он пришел к какому-то решению, и материал сегодня привезли. А в плане изоляционных материалов я настаивал, что это Дельта, что это Роквул. Я привык работать с этими материалами, я в них уверен, а это самое главное. По пленкам получилось удорожание, но я объяснил почему, и заказчик с этим легко согласился. Да, Илья Борисович, расскажите, пожалуйста, как у вас происходит взаимодействие с клиентом по работам? Вот какой-то этап вы сделали, сдали, или как это все у вас происходит? Ну, у нас помимо договора и сметы, которую я предоставляю заказчику, есть еще график платежей. Он как раз привязан к объему выполнения работ. Заказчик здесь не живет, он приезжает только на выходные дни сюда. И он все, собственно, наблюдает. Я ему посылаю регулярно фотографии. То есть объект фото-видео фиксация — это обязательно у нас по договору. Значит, и заказчик относительно этого, собственно, мне выплачивает авансы. Все непредвиденные работы, которые могут возникнуть, я ему озвучиваю, мы с ним согласовываем и, собственно, продолжаем работать. Ну, здесь прям такого какого-то ужаса не возникло, слава богу. Проблема была, собственно, в геометрии крыши. То есть карнизы не горизонтальные, особенно вот эта вот сторона, короткие свесы, упали по 5 сантиметров каждый, по 9 сантиметров, 4 сантиметра мы достали, 5 осталось. Вот. А если правый, он как раз идет в направлении водостока, то левый как раз идет в другую сторону. То есть вот тут надо будет решить, каким образом этот водосток вешать, вот, чтобы фасад не испортить, чтобы картинка, в общем-то, осталась красивая, аккуратная. Даже металлочерепицу сейчас монтировать, это будет достаточно проблемно, потому что вот этот вот радиус, его надо убирать. Это вот очень хорошо видно по лобовой доске, особенно на коротких свесах. Но мы еще в процессе, в пути, поэтому будем эти вопросы решать. Это вот как раз вот эти вот недочеты, да, вылезли потому, что изначально вы не смогли залезть посмотреть крышу. Лежал снег. И если бы мы даже и залезли и посмотрели, мы этого не увидели бы. То есть это, чтобы это увидеть, нужно натянуть шнурки все. То есть, когда производится обмер, я не знаю таких компаний, кто такой детальный обмер производит. Вот, потому что эта работа, это очень серьезная работа. То, что сейчас вылезла вот эта кривизна на ценнике, это никак не отразится. То есть, ну, это наши руки, это наше время. Ну, будем выравнивать крышу, чтобы металлочерепица легла ровно и красиво. Других вариантов просто не остается. А вот примерно какая площадь кровли? И какие сроки монтажа, демонтажа? Не примерно, а уже фактическая площадь кровли 268. Вот, я ему намерил 290. Угу. Значит, мы взяли 1,5 месяца. Как видите, у нас все, в общем-то, неплохо. Свесы не входят в данный этап. Только металлочерепица вот у нас осталась и оформление лобовых досок. Труба там. Ну вот, окна сейчас тоже будем поднимать. Ну, то есть мы, в принципе, где-то еще недели полторы, и мы закончим. Ну, я так понимаю, заказчик не проживает, да, в этом доме, а у вас бригада, она здесь где-то проживает? Да. Приезжает? Наша бытовочка, вот она, желтенькая. Вот, мы привозим бытовку и живем.
Потому что это невыгодно ездить, терять время. Люди живут на объекте. Хотел еще спросить, может быть, какие-то нюансы были при работе с этой кровлей? Нюансы были. Заказчик сам не мог мне рассказать, что за кровельный пирог у него смонтирован. Ну, договорились по факту определить при вскрытии. Значит, и вскрытие показало, что крыша утеплена пенопластом, и надо сказать, что неплохо утеплена. Толщина пирога 150 мм, но верхний слой он был и наполовину разрушен, и некачественно утеплен. Нижние два, вот прям претензий практически никаких не было. Высота стропил 150 мм. Было принято решение, что мы оставляем два слоя пенопласта, верхний слой убираем, заполняем это все утеплителем, ставим поперечный контур утепления 100 мм и туда добавляем еще 100 мм роквелла. То есть суммарно получилось 250 мм. Это, в общем-то, и достаточно тихо и тепло. А это ваша была рекомендация 250, да? Да. Я в последнее время стараюсь обязательно делать поперечный контур утепления. Вот. А здесь, когда мы начали с заказчиком развивать эту тему, он сказал, все, окей, давайте 250. Илья Борисович, спасибо, что пригласили. Желаем вам побольше хороших клиентов и удачно сдать вашу кровлю. Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Спасибо, что откликнулись. Спасибо, что даете работу объекта.